тонкою ниточкой, живою молитовкой, общенародно спасаться несложно. Истина жизни не в быти капризном, а в правиле веры и действиях смелых, добрых поступках, на скорых попутках, в выздоровлении, в соборном прочтении, денно и ношном, по соглашению, по соглашению. Тонкою ниточкой, живою молитовкой, и новым, и старым, даровано даром. Правила веры для духа, не тела, излечится вирус, взгляни на папирус. Сперва было слово, душа, будь здорова, компьютеризация, подачки и акции, ничто не заменит истину времени, истину времени. Тонкою ниточкой, живою молитовкой, общедоступно и неподкупно, души покаяния и духа сияния, доброе строится с помощью Троицы, вечное важное, не просто бумажное, не из картона, без участия трона, с любовью и в деле, не в 3D, а в вере, живою молитовкой. Тонкою ниточкой, живою молитовкой, общенародно спасаться несложно. Истина жизни не в быти капризном, а в праве веры и действиях смелых, добрых поступках, на скорых попутках, в выздоровлении, в соборном прочтении, денно и ношно, по соглашению. Живою молитвкой.